Да. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги, с вами Мортит. Мы продолжаем погружаться во тьму. Проходим Darkness 2. На чем я остановился-то, слушай? Винни ведевицы. Давай. Эти типы меня достали, Джеки. Пора да. с этим кончать. Меня тоже. Хорошая мысль. Скажи, что делать. Поговорю с Джонни. Как скажешь, босс. Мы уже мечтаем разобраться с этими козлами. Давно пора. Надо и всех, сука, отработать по полной. Беспредельщики. Женщин убивают. Всех убивают. Нельзя же так. Ну, некрасиво. Зачем убивать женщин? Это... Они-то какое отношение имеют к этим разборкам? Во, с Джонни в библиотеке. Джонни, а он... Это не яд, хотя они так говорят. Да. Ты смотришь на четыре лица осла. Одно всегда... Джеки, я слышал, что было. Боже мой! Мне кажется, я просто схожу с ума. Я все время вижу клинику. Каждый раз все хуже. То есть, я теряю время или... Джеки, слушай, это все тьма. Она сбивает тебя с толку. В общем, я думаю, тебе пора съездить на Гавайи или Фиджи там. В общем, куда-нибудь подальше от этих парней. Война идет. Они засели в Астории. Да. Это место называется Адские врата. Мы с Дженни ходили туда детьми. Да. Сейчас я еду туда. Джеки, подумай хорошенько. Вдруг это ловушка? Очень похоже на западню. Конечно, западня, балда. Но у меня нет выбора. Я не могу оставить Дженни тьме. Не отдавай им тьму, Джеки. Иначе нам всем трындец. Да. А извлекатель? Не отдавай его тьме. Иначе мы все опять окажемся в дерьмище. И тогда даже ангел не справится с тьмой. А если не выйдет? Черт, и так и эдак хреново. Слушай, Джонни, спасибо за все. Не за что, Джеки. Только, знаешь, никогда, никогда больше, ладно? Эй, если ты умрешь, можно забрать книги? Малыш, ну и навел ты шороху в округе. Ужас, босс. Дела плохи, Джеки. Очень плохи. Я говорил с Винни. Может, нам стоит залечь на время? Пусть все успокоится. Разумно. Вы все так и сделаете. А я покончу с этим. Ночью. Ты о чем это, босс? Я еду на старый пирс в Асторию. Хочу забрать у них кое-что. В чем дело, босс? Ты только скажи. Мы с ребятами готовы к драке. Эти козлы заявились сюда. Нет, Винни, я и так впутал вас. Мы все по уши в дерьме. Все, хватит. Я должен это сам сделать, ясно? Джеки, слушай, я не... Это приказ, слышишь? Ты храбрый парень, босс. Винни, если я не вернусь... Хватит, Джеки. Увидимся, когда вернешься. Понял? Не знаю, не знаю. Вернется ли Джеки? Это вопрос такой... непростой. С другой стороны, он же как-то это все рассказывал. В детстве у нас с Дженни совсем не было денег. Но она всегда знала, как развлечься. Раз на мой день рождения, она провела нас на каток. Кому-то из детей устроили там праздник, и никто не обратил внимания на детей, которые ели торт и рылись в подарках. Это был лучший день рождения в моей жизни. Мы с ней пробирались в кино, сидели в барах, все такое. А если нас ловили, она каким-то образом выкручивалась из совершенно любой ситуации. Она всегда выкручивалась. Но это везение просто не могло длиться вечно. Надеюсь, этот придурок не врал. Так. А где наш гоблин? Наш вечный друг. Тебе сколько у нас сущности? Ладно, потом посмотрим. Джеки, иди сюда. Дженни? Да нет твоей Дженни, она умерла. Я тебе кое-что покажу. Это иллюзия.
тебя нет. Эй, заяц, я знаю, как бесплатно попасть внутрь. Пусть это будет правдой. Это все ложь. Эй, надо пролезть на шоу уродов. Смотри, только не бойся. Хорошо. Ты всегда знала, где можно развлечься, верно? Я иду за тобой, детка. Ты держись. Фига, сука. Глобально все-то. Как пройти-то? Че ты застрял? Ну и вот, и чё ты застрял? Я понять не могу. Как? Вот он, я иду. А почему не проходит? Не-не-не-не-не. Ты давай-ка это, не застревай тут, пожалуйста. Мне вот эти ненужные проблемы. Персонаж застрял, все дела и т.д. и т.п. Это не катит вообще никак. Сука, ну как пройти тут? Может, наверху что-то? Ага. Ну. Так я согласен, как пройти? А, вон оно как. Пипец, он тут застревает, вообще жесть. Причем ты нажимаешь вперед, он куда-то в бок идет. Привет, батюшка! Ага. Вовремя. Идем. Нам нужно. Ты себя-то видел? Это я, мартышка? Ты себя видел? Так. Вы мне все говорите, что надо какую-то броню развивать и т.д. и т.п. Но в жопу броню. Почему обязательно надо броню какую-то развивать? Вот это хочу... А, не хватает, да? Я бы вот Рой развил. Это было бы прикольно. Вот Рой хочу развить. Мне интересно просто, что будет, когда я Рой разобью. Это будет вообще мега-нагиб, мне кажется. Да. Так. Молодец, красавчик. Посмейся, посмейся у меня еще. Как бы каждый выбирает... прокачку по своим навыкам и своих соображений. Я вот стреляю нормально, у меня все обычно получается. Соответственно, я убираю стрельбу, оружие. Это же разумно? Разумно. Это даже я хотел бы сказать, хорошо. Да, для меня это самый раз. Потому что пользоваться какими-то больно. Другими навыками. А, жопу чешешь. Да. Так, кто-то может хуже стреляет. Он тело в основном пилит. Но он может развить броню. Соответственно, для него это ценнее будет. Да? Тут вот. Все испохабило. Ах, вон оно как. Хорошо, хорошо. Пройти надо, я думаю, по тени, да? Судя по всему, это от нас требуется, потому что... Молодец. Бля, как вот здесь пройти, вот вопрос, да? Соответственно, то ли куда-то сюда, то ли как-то еще. Как именно, непонятно. А солнце, луна тут движутся, непонятно. А, это же эти у нас. Это же какие солнце, луна? Это же фонари просто. Ну-ну-ну, давай. Вот! Сразу получше стало. Только вот вопрос. А, собственно говоря, что нам вообще бояться света, да? Не любят свет. Привет, Катуша, почти пришли. Да, что нам вообще света бояться? Мы можем по свету пройти. Еще потом загасим кого-нибудь. Боже мой, ты только посмотри. Ага. Ну что, так ты выиграешь мне приз, заяц? С удовольствием. Мне нравится этот большой синий мишка. Можем просто брать его. Он такой бука, прямо как ты. Да. Джеки, все в порядке? Что-то не так? Ну давай, мне что, тебя ждать? Ты играешь? Выиграй мне, пожалуйста, большого синего мишку, что тебе стоит? Выиграй приз, а я расскажу тебе секрет. Только ничего такого. Ладно. Это мы умеем. А в кого стрелять? Молодец, Рэмбо. У тебя здорово получается. Спасибо. Я, сука, мозголомов много поставил, поэтому и получается. Боже, получается! Ты победил, малыш! Во! Держи приз! Чё? Эй, это нечестно, мне нужен большой синий. Эй, это главный приз. Тебе придется поработать. Подходите, не стесняйтесь. Призы всем. Больше играешь, больше Дженни, получаешь. Дженни, я... В чем дело, Джеки? Ты, кажется, чем-то расстроен. Сюда, Джеки! Сюда! Мой
Я вам, сука, сейчас устрою. Давай что-нибудь сломаем. Все сломаем, мы сейчас хребет кому-нибудь сломаем, так что не переживай, все получится. Не надо, не надо, не надо. Вот сюда. Хватит прилюди, пора трахаться. Жрим, Джеки. Фига себе. Да блин, жопа. Тут вроде не должно быть света. Я же вроде не... Вот, вот тут нормально. Во-во-во-во-во-во-во. Вот, вот другое дело. Какой завязки? Подожди. Нашел время про алкоголь думать. Рожа такая. Ох, сука. Нет, пошел в жопу. Бля, ничего не понятно, сука. Бред какой-то. Ща. Восстань. Да, давай, сейчас я, сука, восстану. Сейчас, сука. Я сейчас так восстану, вы все опухнете, сука. Вот так проще сделаем, да и все. Да убери ты эту хрень, во. Вообще, кто придумал два оружия? Ну, сука. Ну, ты можешь попасть, во. Молодец. Ща я вам... Сегодня ночью ты умрешь. Ой, бля. Сука, не попадает упырь вонючий. Вот так. Да, ну, сука, я ж... Во! Ща я вам, сука, мне бы макрос еще, чтобы оно в точку стреляло. Я бы вам показал, гады. Писю в рот, и все пройдет, понял? Вот так вот, да. Эстакада, сука, наша. Готов. Да, сейчас, конечно. Держи. Headshot, baby, you get owned. Да. Задел меня. И не только задел. Ты что, башка, что ли, бронирован? Во! О, сука, вы меня сегодня сильно бесите. А, нихера подобного, я отойду. А мне не надо от вас бегать. Вы говноеды, сука. Фига они матерые стали. Почему не убивает голову? Я же голову попадаю. Ну, целит точно в голову. Как так? Где хедшоты? Ага. Хватит, сука, мелочиться. Тоже непонятно. Так, ну это придется как-то обойти, потому что это явно от регенератора работает, так оно не берет его. Мазила! Да, Mozilla Firefox, пользовался я такой херней. Не особо понравилось. Так. Вот же, бля. Сука, еще так сделано, чтобы я специально не мог, да? Сасамба. Все! Ничего вам не светит! Я тут главный, я нагибаю. И это без вариантов просто. Так. А реликвия, как я понял, она еще плюс 300 сущностей дает темные. Да. Нет, никого тут нет. Никого нет. Ладно. Сука, гандон. Ага, сейчас в упор. Посмеемся вместе. Вот так. Эстакада, сука, наша. Я поболеваю этой эстакадой. В голову, сука, целюсь. Как ты не попадаешь-то? Вот! Вот это я всегда требую, сука. Это должно происходить. Так. Отлично. Ну куда лезешь? Так. Мартышка, ты как себя чувствуешь? Молодец. Так. Ой, чего нет?
А почему гранат нет, кстати? Я никогда не думал, но почему-то здесь нет гранат. Но, в случае, я их не обнаруживаю. А это очень зря. Гранаты нам очень пригодились. Эта штука-то классная. Хотя, может, да, как бы мафия, она не сильно по гранатам угорает. Слишком нагибное оружие. Хотя, вы знаете, в тех же 90-х годах в России гранаты использовались прямо на улицах, и нормально. Людям нравилось, душевно было. Ну, в плане нагиба, если так. Так. Я думаю, уж эстакада-то, сука, тоже нехило, поэтому угорает. По идее, итальянская мафия тоже должна их убить. Почему нет? Нет, ты не с тем связался. Опа! Вот так? Почему? Есть! Почему? Все! Это носитель! Тихо. Готово. Так. Следующий вопрос. Где калаш? Это калаш? Это калаш, деточка, да? Вот с калашком мы сейчас совсем другой разговор пойдет. Совсем будет сочненько, как положено. Так, вот. Чё, мартышка, чё скажешь? Какие у тебя прогнозы? Светит нам что-то, нет? Бля, жопа. Сука, я не пойму, откуда свет. Не выходи на свет. А чё ты умничаешь? Выходи, не выходи. Я не вижу, где оно. А, свет где-то там. Ну ничего, мы пройдем, пройдем. Самое интересное, меня почему-то вроде как ловушку заманили, но толком, то есть никто не напал. Свет включили, но никто не напал на меня. Вот, так-то действительно лучше, этот как бы, тут никто с тобой не поспорит. Вопрос следующий. Включили свет, но куда мне тут пройти и зачем самое главное? Вот так проще будет. Что-то я сразу не догадался, что-то выламываю, там потихоньку вытягиваю по одной палочке. Куда пройти и зачем пройти? Это типа ловушка или что? Хорошо. Ну. Я полагаю, что это вот так делается. Вот так, детка, да? Отлично. Мартышка, пойдем со мной. Гнутый. Че стоим? Вот я тебе говорю, спрашиваю, че стоим. А ты тоже сам переспрашиваешь. Давай. Там носитель. Че, тревогу решили поднять? Но это вам не поможет. Я все равно, сука, с вами со всеми разделаюсь в итоге. Я выхожу. Вот за честь, братство! Ничего не слышу! Хочу! Вот так! Оп! О, ты мой шаткий! Голова-то, она вот она. Она, в принципе, лишняя была. Тебе она не нужна. Тебе-то что, ходить без стрелять, зачем голова для этого? Мне кажется, не особо надо. С другой стороны, я так же делаю, но мне голова нужна. Я еще важные тактические задачи решаю. А вы нет, вы все равно. У вас тактики нет, сука. Вы просто ходите, умирайте. Как обычно, мои тиммейты. Так что, ничего страшного. Вам это не требуется. Рэм-соло тут. Вот так. Тихо. Ага, конечно. И вот тут что-то, сука, сейчас произойдет. Бля, ну как так? Задолбали, сука. Изверги, почему в голову не ваншот? Я не понимаю, правда. Я же в голову так четко стреляем, сука. Вот просто реально четко. Четко. Нифига. Бей по морде. По какой морде? Иди сюда. Где этот? Кто мне хотел по морде ударить? Давай, иди сюда. Да, сука. Ничего тебе, сука, не принадлежит. Мое. Моя эта сила. Все, хана, сейчас взрыв будет, кстати. Бля, а где взрыв-то? Блин, не детонирует почему-то. Готово. Какашка! Никакой милашки, одни какашки, сука. Не вижу тут милашек ни одной. Одни упыри вонючие. Вот так. Смотрите туда, там бес. Мартышка, берегись! Сам ты, мартышка, на себя посмотри, обезьяна тупорылая, сука. Вот так, готов, сука.
бобер. Появился бес! Вот и все. Не трогать моего беса. Он, конечно, обезьяна та еще, но он имеет право на жизнь. Хотя бы недолгую. В всяком случае, пока что он мне нужен. Так. Давай что-нибудь сломай. Вот так. Страйкер. Страйкер — это хорошая штука. Блин, с коллиматором. Вот это нравится мне. Вообще классное оружие. Да, конечно, стреляет всего по одному патрону, но мне кажется... Так оно и экономнее, с другой стороны, правильно? Правильно. Блять. Умри, сука. Вот. Лампочки, говорю, умри. Это первые признаки. Скоро начнется. Мне всяких сомнений. Так, куда бежать? Куда бежать? 11 метров. Так вот мы, собственно говоря, да? Все. Ты давай догоняй там сверху. Снизу, точнее. Ползи. Вращай своими лапами. ППХ. Пистолет. Пистолетом пока что нормально. Ой, да все, все, все. Вообще совсем теперь нормально. Отлично. Куда? Сюда. Вот, кстати, сущность. Мы дофига же ее нашли. Мы дофига сердец, там, реликвии, все дела, короче, нагнули капитально. Так. Вот он. Хочу рой развивать. Подожди. Рой восстанавливает немного, умение восстанавливается быстрее. Повышает время оглушения атакованных врагов. Количество целей, которые может атаковать. Угу. Короче, вот так и вот так вот первым делом. Да. Мне кажется, это будет нужнее. Роя оглушает он. Это классная тема. Я просто не знаю, как он выглядит, что он может сделать, но мне кажется, штука перспективная. Но это так. Изначально так кажется. Могу я, конечно, и ошибаться. Имею полное право. Так. Все, в порядке. Патронов мне точно теперь на всех хватит. Давай, Чики, мы выиграем большого синего. Давай. Большие призы! А? Играйте и выигрывайте! Пожалуйста! Дженни, я сейчас не могу. Обещаю, что расскажу секрет. Давай, малыш! Как можно отказать такой красивой девушке? Выигрывай сейчас, и большой приз твой! У меня и так есть большой приз. Так. Да что я делаю? Удачи, парень! Мы болеем за тебя! Рискуй! Давай. Чё стрелять-то? Да? Попал, нет? Ну, давай, заяц! Ну? Кто знал, что ты так стреляешь? А это хорош типа? Сука, они все на одно лицо, всех шляпах. Не знаю. Ух ты, ты почти профессионал. Это хороший, да, шериф, все понял. Этого трогать нельзя, остальных можно. В яблочко. Это вообще на пожарного был похож по стрельне. Ты же можешь. Ну могу, могу. Похоже, ты стреляешь не впервые. Ну вроде как, да. Давай, заяц. Ну что, выиграл я, нет? Получилось! Боже мой, неужели ты самый лучший? Давай, моя сладенькая. Большой приз выигран! Секрет. Молодец, парень! Ага. Подходите, призы еще есть! Наконец-то, сука! Вот тебе твой мишка. Эй, заяц, помнишь, я обещала рассказать тебе секрет? Давай. Это лишь иллюзия. По-моему, это все обман. О! А вот и Рой пошел. Вот! Ничего так. Ну, не очень крутая штука. Пока что. Пока что он. Ну. Вот! Вот ты мой хороший, да! Вот она, сука, сила. Так. Здесь столько как-то мутно там. С ума сошел! Это что? Настоящий мест?
Да почему, сука, я прям на голову навожусь? Ниже надо брать, что ли? Бля. Во, так как-то не знаю, странно. Как будто рандом тут серьезный такой, знаете. Рандомит по-страшному. Не точно она стреляет, ребят. Серьезно, эта пушка вроде и хорошая, а как-то стреляет очень мутно. Рой пошел. Ой, слышь, он классный, он самонаводящий, если так прилично прямо нагибает. Готово. Хедшот, деточка, да? Бля, я ничего не вижу. Ничего не вижу, сука. Да убей его, сука! Не трогай, сука, эстакаду. Эстакада лучший, бля. Гады, сука. Все-таки калаш лучше был, чем этот страйкер, бля. Он какой-то мутный. Вроде такая же пушка должна быть, практически с идеальной точностью, я думал. А хер там плавал, сука, она рандомит просто бешено. Вот где попадание? Скажете, было? Или не было? Или типа я промахнулся? Мы все эти отмазки слышали. Если пушка стреляет точку, я всегда с нее попадаю. Это я себя знаю, да. Ну, чаще всего. Уж по ботам точно. Готово, сука. Сосать. Вот так. Показалось. Кому чё показалось? Ничего не показалось. Хедшот это был самый настоящий, поверь мне. Ой, вот это жопа. Вот это надо по-любому отступить куда-нибудь. Да блин, ну. Вот гандон, а. Есть! Есть! Ха-ха, да! Вот так вот, сучки. Я вас всех поимею. Готов. Вот, света нет, да. Пришел электрик и перерезал провода, понял? Ну дерись ты, сука. Не знаю, где что-нибудь. Ах ты, бля, я забыл. Надо щупальцы бить. Геморрой Петрович, бля. Восстань из праха! Я восстану, сука! Я восстану, я тебе говорю! Нахер её, сука, отсюда, погремушку эту. Да, сосать, сука, как же. Вот так, бля, не экономя прям вообще. Сосать. Вы меня разозлили не на шутку. Теперь вас, сука, ничего не спасет, уроды. Умри, сука. Пошел нахер отсюда. Рандон, сука, это мое. Почему? Потому что ты мудак. Потому что пришло твое время сдохнуть. Да они тоже с темной силой-то вооружены, я смотрю. Такие прям это. Уйди от меня, мерзкая жаба! Иди ко мне, Джек! Готов? Носитель здесь! И еще тут твой труп, сука. Да подожди ты, блин, жопа тут, видишь? Как приятно ползаю, проклятие. Готов, сука. Вот нормальная пушка, отсечки по 3 патрона. Неплохо себя показывает. М-ка реально хороша тут, вот ничего не могу сказать. Ха-ха, да! Вот так, гады, блин. Я вас, сука, всех поимею. Вот так, все соберу, сука. У меня все будет ништяк в итоге, увидите. Отлично, отлично. Правда, блин, как только куда-то заходишь, он все теряет сразу, где свет есть. Ну и плевать.
Просто побежали. Просто побежали, дружище. Так, нам сюда? Нам сюда. Отлично, мы смогли еще продвинуться. Тут реально бои тяжелые идут. Это уже не в тапки срать. Это серьезно, серьезно. Очень серьезное противостояние такое. Знаете, защити челлендж. Тьму! Тихо, защитим тьму, защитим. Но ты пока не писай в рюмку. Так. Идеальный рой. Восстанавливает немного быстрее. Хорошо, согласен. Теперь вот это надо. Увеличивает количество целей, которые может атаковать рой. Это хорошо, что прям толпу нахерачил, короче. Джеки Эстакадо. Да. Какой приятный сюрприз. Не знаю, вижу, куда кому. Ты наконец-то пришел в себя. Он превратил ее в рой духов. Беги! Уходи от себя! Так. Ты сука! Сейчас я с этим гномом позабавлю. Вот черт. Ой, ха-ха, так, вообще душевно, как оно глубоко-то заходит. Отлично, я больше не приду. Во, помпа, а кстати с помпой-то я еще не гонял. Давай что-нибудь сломаем. Да все сломаем, не переживай, будет время, все сломаем. Не, я не хочу, честно говоря, без эмки, эмка мне по-любому нужна, а у меня... М-ки теперь нету, да? Да, М-ки нет, типа, я ее скинул и получается то взял. То меня не устраивает, я хочу М-ку, ребят, серьезно. Я знаю, что как бы патроны, может тяжело, только, сука, где она есть, куда она теперь вывалилась? Непонятно, ладно, без М-ки обойдемся. Братство теперь, не остановится, Джеки! Не вижу тьма такого. Принадлежит жопу, короче, нам. Неважно, мы с любым оружием нажмем, мы же крутые, крутые. А? Ничего я, сука, тебе не должен, бля. Я тебя даже не знаю. Да пошел, нахер, сука. Надо почаще вот этой щупальцей пользоваться на ближней. Ой, хорошо-то как. Вот щупальцы вообще классно. Вот так. Нормально. Короче, щупальцы наши все. Пипец, такая клоунада, сука. Я еще и в цирке каком-то, твое да? Время вышло, я только, мне только сейчас дошло. Ах, сука, это моя эстакада. Пошел в жопу. Не приближаться. Вы не имеете права. Я свободный человек. Сука, вот вам. Так. Замерзула. Пиздюки, сука, вот так. Отходим. Отходим. Я буду кемперить, мне насрать. Что-то... Ну, бля, ты, сука, как всегда, не вовремя. Чуть-чуть там ножка зацепила. Все, он уже не может, видать. Все теряет, все выпадает. Тьма ему не позволяет. Иди сюда. Да, сука, опять. Я тебя так расстраиваю. Иди сюда. Вот так вот. Да. Я бесмыло всех нагну. Нормально. Не боится, ну, я что-нибудь найду. Хорошо, конечно, но... Но... Этот дробаш, по-моему, все-таки пободрее будет. Так. Эй, ты, как думаешь, это поможет? Поможет, наверное. Раздушить ворота баллонами с пропаном. Давай попробуем. О, ты смотри-ка, реально ничего... Что такое, Джеки? Забыл, куда собирался? Да нет, я помню. Я все прекрасно помню. Более того, сейчас я отступлю и дам вам люлей хороших. Дам просраться капитально. А я ушел, ушел. Я тоже понял, как с ними надо. Тут не надо в героя играть. Сейчас покрысим, сука. Да, конечно. Так иди сюда, что ты боишься? Ты ж крутой. Ага, черт, да? Вот так, сучка. Вот так. Опаньки, мой сладкий, да? Вот так. Ха-ха! Вот это качество, правда?
Ну давай хедшот, наконец-то! Такое ощущение, как будто я не стреляю вообще. Не то, что в голову, вообще не стреляю. А такое, как-то, не знаю, слабенько. Вот. Выкинь ты нахер. Где винтовка? Бля, он, когда М-ку выкидывает, да, такое ощущение, что он вообще, короче, от нее избавляется. Нет. Все нормально. Вру. О, Desert Eagle. Вот это я понимаю. Вот это уже получше будет. Пободрее, прямо скажем. Тихо. Давай мы что-нибудь порвем. Че он, сука, такой мутный? Че ты у него вечно... Может, ты наркотики принимаешь, дружище? Че тебе так мутит-то всего? Идем, 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 обезьяну. Идем, все хорошо будет. Я вроде что-то слышал. Там свет, не ходи туда. Ничего. Это тебе свет мешает, а мне нет. Рано еще. Только не это. Давай, сука, патроны хотя бы. Вот так, молодец. Я иду его по запаху. Я же слышал, что... Почем ты там найдешь? По запаху? Я тут купаюсь каждый день, от меня пахнет нормально. Наконец-то! Достойный. Ага. Готово. Достойный противник. Я достойный, ты недостойный только, сука. Вот в чем проблема. Ох ты, какой ты молодец-то, оказывается. Ой. Так. Куда это он смылся? Я думал, его ветром унесло, сука. Нифига он резвый. Пошел в жопу. Бля, ничего не вижу, сука. Не понимаю, что происходит. Смешнее выйдет. Ты будешь умирать долго и мучительно, стакан. Бля, он где-то здесь, на улице, да? Так, вот. Здорово, правда? Вот тебе нормально пойдет. Так, защита нужна. У меня хп-то не полная, а теперь полная. Все. Теперь как бы да, это уже не актуально. Все эти разговоры, потому что у меня хп не полная. Теперь очень даже полная. Теперь вам будет намного тяжелее со мной справиться. Давай, давай, ломай, сука. Почему такое мутное зрение? Потому что свет рядом из-за этого, что ли? Хер знает. Да бывает, вроде и свет не близко, а он так тоже это как-то у него поплохело ему немножко. Мутит нашего парня, явно. То ли алкоголик, то ли наркоман. Не знаю точно, что именно, но... Эстакада что-то, сука, нечисто тут. Так. Угу. Пока что не получится, да, немножко? А, хотя подожди, это я развил. 1500, ну еще прилично надо набрать, хорошо. Да где же он? Я не вижу. Так все. Нет. Так нет же его. Меня окружили! Не вылезай! Бля, ненавижу, сука, свет. Что я дальше? Я под тяжелым огнем! Правда, что ли? Вот тяжелый огонь, вот это реально тяжелый, сука. Возьмет. Давай. Вись там, носитель. Нормально, правда? Давай еще тебе. Еще порцию, сука, дам. Внимание, тут бес. Сейчас. Вот сейчас это реально пригодится. По-моему, впервые за всю игру. Потому что что-то их... Сука, вот так. Не выходи на свет. Да не буду я выходить. Все. Вот теперь можно. Можно и на свет теперь, и куда угодно. Это уже не имеет никакого значения. Потому что противников у нас практически не осталось. Так. Куда следующее? Вот сюда идти. Ты что, ну, что-то долго блуждает он. Кого он ищет, наш друг? Наш главный герой. Генератор. Хорошо. Не-не, поздно как бы. Уже это произошло. Это сработало, сука. Все очень даже сработало. Это сработало, да. Вот на таких ближних дистанциях тут реально вот тут можно использовать два оружия. Потому что они просто даже уклониться от меня не могут. Обрез не надо. Ничего не надо. Тут, по-моему, две ППХ лучше, чем обрез действия. Реально лучше, чем дробовики. Две ППХ в каждой руке берешь. Вот. Правда, это впервые такое встречается. Ну, в смысле, удобные обстоятельства.
Смотри, какая штука у меня есть. Бля, вот тут уже не покатит так. Зато тут вот это покатит, по-любому. Хэдшот, малыш. Еще один хэдшот. И еще хэдшот. Так. Ты не спрячешься. Слышишь? Ты лишь позоришься, да. Да ладно. Что-то ерунду какую-то несет. Очень даже получится все. А что ты там нашел? Ой. Давай. Вот так. Отлично. Отдай, сука. Где мой второй ППХ моя? Где? Вот. Отлично. Ну, темной сущности очень много. Проблем у нас еще особо даже не должно быть. Я не знаю, правда, я набрал нужное количество или нет. Для того, чтобы улучшение провести. Наверное, нет еще. Да тихо, спокойно, не нервничай. Обезьяна, мы рулим. У нас все получается. Им недолго осталось. Пес, ну наш герой вообще Супермен. Ладно, Супермен, но... Просто сумасшедший на всю голову. Сейчас я тебя устрою бездействием. Вот оно, да? Да, есть такое. Свежачок полнейший. Тихо. Вот так. Ну давай, давай, живее. Ах, сука. Свет, я не могу использовать, да? Беги, 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 беги. Беги! Да бегу, бегу, бегу я. Тихо. Бля, ХП вообще плохо. Сука. Вот гандон. Я беса загасили. Готов. Вот так, детка. А вот теперь уже другой разговор пойдет. Не-а, уже не сработает. Да. Все, главное было от лампочки избавиться. Я, правда, долго над этим думал. Ну, впрочем, как всегда. Это Широкутагин. Так. Нет, не хочу. Так. А где ППХ моя? Где-то растворилась, сука, опять исчезла. Непонятно. Ладно, в жопу, это не важно. Слишком долго тут возиться тоже не хочу. Так, дверь открывать. Где это? Вот здесь. Хорошо. Давай, 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 давай. Оп, мой хороший. Я что-то вспомнил. Наш герой похож на человека-осьминога из старого сериала мультика про Человека-паука. Человек-осьминог там такой был. Он сам доктор, у него такие щупальцы были металлические. Это старый сериал еще 90-х годов. Ну, мультики старые, старые серии. Может, сейчас такой есть, я не знаю. Доктор он какой-то там, мастер физики или что, не знаю. Такой корсет у него был, он этими щупальцами, сука, нагибал. Злой был. Я тоже злой. Нагиб, сука, вот. Думаешь, я не знаю, что тьма изменяет тебя? Она хочет подчинить тебя, как она всегда подчиняет слабаков. Вызывает у тебя видение. Да, что ты говоришь. Не так ли? Да. У тебя есть выбор, парень. Ты сам отдашь извлекатель, или я вырву его из твоих мертвых рук. Джеки, ты себя послушай, ты бредишь. Ну, ща посмотрим, брежу я или нет. Ща узнаем, сука, чё к чему. Точнее, ты узнаешь, я-то и так знаю. Нагиб будет.
Без вариантов просто. Я порву его. Да? Поверьте мне. Рано или поздно, когда-нибудь. Я его порву. Это твой последний шанс, Джеки. Нет. Ты достал уже. Нет таких шансов. Я определился. Я иду. Добро пожаловать в Дом ужасов! Отлично, отлично. Дом ужасов — это по нашей части. Все! Я сейчас разобью то, что хотел. Где этот убийственный рой у нас просто? Он будет очень мега могуч будет. Так. Рой из преддверия ада. Вот он. Увеличивает количество целей, которые может атаковать рой. Потом вот сюда черную повышает время оглушения атакованных и повышает урон, который может нанести рой противникам. И все. И будет реальный нагиб. Так. Хорошо. Иди сюда, Джеки. Да я иду. Только тебя все равно не существует, как бы. Джеки, я тоже немножко дурак. Давно пора понять. В смысле? Боже мой, это все так страшно. Но ты же меня защитишь. Обязательно. Женя, что это? Только не говори, что ты до сих пор боишься темноты. Ничего. Что там, соли добавить? Правда весело. Нормально, да? Ну, типично, я на таких аттракционах тоже был. Не скажу, что очень страшно. Бывают там такие скримеры, там, скелет такой, резко. Вот, типа такого, да. Но в основном как-то, ну так, нагибчик. Для детей самое то. Что это было? Она не исчезает. Да, Джеки, с головой у тебя как бы вообще туго, походу. Да. Кто там? Все нормально, чё ты нервничаешь? Это часть аттракциона. Так и было задумано, сука, режиссёром. Конец. Конечно, аттракцион туда живой зашел, потом у тебя как бы под конец только фарш у тебя остался, все. Не получилось с первой попытки. Гейм овер, так сказать. Ну, давай. Я чуть не описывалась. В этого стрелять надо, нет? Ты давай не это. У нас с тобой подгузников нет. Господи, там! Да, есть такое. Тихо, спокойно, моя сладенькая. Все хорошо будет. Не надо нервничать. Оружие к бою. Ну? Я вижу только свет. Ну, я только одного скажи, вижу, братья. А, вот и что. Смотри-ка, правда. Не соврал. Он тут не один. Я думал, тут несколько. Я вообще думал, больше. Братья. Всего двое. Ладно, пусть будет так. Не буду жаловаться. Ни хрена себе. Я надеюсь, что эта штука как бы нормально работать будет. Вот это конкретно, это многочисленное спасибо проникновение. Спасибо за помощь. Угу. Как я могу тебя отблагодарить? В принципе, она сделала все, что самое нужно было. Она просто исчезла и дала понять, что это было не по-настоящему. Хотя наш герой, наверное, так и не поймет. Во, вот эта штука прикольная. Туда становишься, короче, тебя закрывает, и потом тебе очень больно. Там много и много иголок, короче. Всяких разных. Такое пыточное железное дело, да. Iron Maiden, сука. Ох ты, ёпаю. Тебе удобно? Да. Эта древняя вещь сможет сдерживать тебя, пока мы не вытянем из тебя тьму. А потом мы сожжем тебя живьем. Да ладно. Я хотел помочь тебе, но ты сам нас вынуждаешь. Нет, ты врешь, сука, все, я тебя знаю. Мистер Пивиш, готовьте отправить терновое ложе в имение. Видите, какая боль. Когда там я попался впервые, то оказался вместе вроде этого. Копы.
Те ограничились предупреждением. Но эти сволочи в приюте — другое дело. Они заперли меня в подвале. На целые сутки. Заперли в долбанном подвале. Там царила абсолютная тьма. Это было слишком для ребенка. Я мог сломаться, если бы не она. Примерно через час я услышал шепот Дженни за дверью. «Не бойся, Джеки, я здесь!» Но это было давно. Дженни не ждет меня за дверью. А я не боюсь темноты. Братство думает, что удержит меня здесь. Но они не знают, с кем связались. Я чернее ночи. И во мне живет тьма! Эдвард, что там? О, черт. Он порезался. Нет, ничего. Похоже, налетел на инструмент. Просто средневековая камера пыток. Ну вот, парень, теперь все окей. Ты знаешь, что тебе здесь не место. Боже, Джеки. Доктор Вик вздрючил бы меня, если бы узнал, что ты забрался сюда. Ты мог пораниться. Черт возьми, мне надо выбраться. Если они возьмут тьму, я потеряю Дженни. Нет никакой тьмы, Джеки. А Дженни на месте, с ней все в порядке. Слушай, тебе ничего не будет. Просто вылезай оттуда, ладно? Давай, выходи быстрее, пока тебя никто не видел. Я говорю, я вам не верю. Я реально как псих, наверное, тебя сейчас веду. Я буду драться, сука. Вы демоны. Ну ладно, вышел. Я что дальше? Я вам, сука, никому не верю, отвечаю. Это все неправда. Мы с ним это обсуждали. Он думает, что он босс мафии. Все дело в том, что в прошлом году он был британским тайным агентом. Терпение, Дженни. Я тоже хочу, чтобы Джеки стало лучше. Дайте лекарствам время. О, нет. Он не готов к новой встрече. Дженни, стой! А, красавчик. Дженни не хочет тебя видеть. Говорят, ты слишком возбудился в тот раз. Может, вырубим его? Прочь с дороги. Больше так не делай, псих. Ты еще пожалеешь. Задача найти оружие. Леди и джентльмены, други и подруги. Продолжим в следующей серии. Это будет особо интересно. Искать оружие в дурдоме. И пытаться, не знаю, то ли, короче, этого уработать, то ли, короче, еще что-то сделать, то ли опять бежать. Но я чувствую, это будет очень сочно. Вот, а сейчас что-то я чувствую, что я уже ничего толком записать не смогу, потому что у меня башка не работает, я спать хочу. Время, блин. Время-то, сука. Да. Поэтому, если вам нравится вместе со мной погружаться во тьму, или... что тут вообще происходит? Вот... Как бы. По-моему, вот это иллюзия. Но может быть то иллюзия. А может быть все иллюзия. Может быть наш персонаж вообще как бы он все время приколом. Кто его знает. Разберемся. Но в любом случае, если вам нравится вместе со мной участвовать в вот этом дурдоме. Крокодильчики прикольные. То ставьте лайки, яйки чешите. Вот это вот, сатеки, обязательный элемент. До вас не будет вот такой фигни. То помню, это не помню, где я, где сон, сука. Вы будете четко как бы в адеквате. Яйки чешите. Вступайте в нашу армию. И обязательно, помните, обязательно, нагибайте все. Увидимся с вами.